Все человечество перешло на онлайн-формат. Дистанционный режим буквально проник во все сферы жизни человека. Люди заказывают еду, покупают одежду в онлайн-режиме, а выпускникам учебных заведений теперь придется справлять торжественные мероприятия по видеосвязи. В связи с этим Казанский федеральный университет разработал маску «Конфедератка». И теперь любой желающий сможет почувствовать себя выпускником и окунуться в атмосферу праздника. Нынешний год, он очень непростой оказался для всех нас, и обиднее всего, конечно же, выпускникам, которые 4 или они некоторые 6 лет на самом деле старались, учились, и они все ждали этого дня, когда получат свои дипломы, сфотографируются на сковородке около университета, наденут те самые шапочки выпускников, и все вот это вот оказалось на самом деле под угрозой срыва. И чтобы ребята почувствовали все равно эту солидарность, что университет с ними, почувствовали радость того, что все-таки не просто заветные дипломы, это вот совершилось целой красивой веховой жизни, мы придумали эту маску. Каждый желающий может отметить под своей фотографией хэштеги «Выпускник КФУ», «Однажды в КФУ» и выложить фотографию. Мы решили, что такие шапочки на самом деле могут надеть не только выпускники текущего года, это такая сувенирная получается продукция, пусть и виртуальная, но для всех выпускников, которые хотят вот на память сфотографироваться с шапочкой Казанского федерального университета. Лилия Баталова, Фарид Захитуглы, Универньюз.